Привет, YouTube, все мои подписчики. Вот. У меня обновочка, короче, продал ночник свой, пап. Купил тепляк, Аркон Альфа, вторую. СТ-25. Вот. Вообще. Пристрелял, кронштейн взял. Взял в Воронеже у Максима на Авито. Вообще, парнишка вот такой, привез мне его с Воронежа сюда. Вот, то есть с утра мы с ним договорились, вечером уже он был у меня. Сам привез, вообще все четко. Вот. Пристреляли вот сотку, 100 метров. Пристреляли, в принципе, быстро, но это мы и так решили пошмалять просто. И сейчас смотрели на поле здесь. Коза, вот у меня дальномер. На 700 метров берет, вот, и, ну, короче, 700 плюс, козу видно, в принципе, разобрать можно, что это коза, она когда боком становится в этот прицел, разобрать можно. Так что такие дела, вот он, прицельчик, все четко, коротенькое видео. А, стопы, что по поводу банки от Матильды. Вот я здесь сделал пропильчик под этот штифтик, видно? Вот он, видите, ну, кто, и вот что с ней происходит. Посмотрите, слышно? Подожди, тут этот приклад шевелится, вот там. Вот так гуляет на этом самом. Вот так даже она еще гуляет. Ну, короче, на резьбе. Говнобанка Матильда. Резьба просажена, вон. И все такое, короче. Поэтому отверстие у них нахрен 12,5. Ладно, все, подписываемся и все, давайте, счастливо.